И ты брось это. Не мути народ-то. Не надо. В чьей руке нынче власть-то? Вот она. Вот здесь. Что, бунтарей только четверо? Четверо аж было вроде. Может, тайные есть? Ну, сочувствующие? Этих через край. Баба бешеная, ваше благородие. Прямо бешеная. Пожалели. Так ведь она... Не надо, ваше благородие. Ваше благородие. Это дочка моя. От твоих позову. Пусть полюбуются. Вот стоишь ты со всей властью своей, кулак поднял. А ведь боишься меня. Боюсь. Че ты не в батьку своего уродился? А в кого же? Батька-то вон и в гармонь играл. Дрался, говорят, ужасти как. И жену подхватил на коня, да и увез. Да не было этого. А ты увези. Я тебя спасай, выручай, помогай. А ты меня будешь доить, как корову. Доить и доить. Она ведь корове сенца подкинуть требуется. Ну давай твой пакет. Не, бать, ты извини. Извини, но приказ лично командующему партизанской армии. Так вот, я и есть тот самый... Ты? Да, вот... Не думал, не гадал. О, как у нас. Почуяли, почуяли! Родной дядюшка главного партизанского командира! А!